Всем привет, это Тип Топ ТВ, я Марина, вы снова со мной, мы опять у светофора с 9 до 20, это Киржач, улица Шелковиков, точный адрес, под видео посмотрим. Вот смотрите, уже предупреждение, алкоголь сегодня не продается. Посмотрим, что сегодня интересненького, вдруг завоз. Заглянем в холодильник по традиции, по нашей. Так, здесь смотрите, какие головы утки, пакет 34,50 за килограмм. Что дальше? Президент сливочный с ветчиной 107 рублей без заменителя молочного жира. Притом тут два ряда, двойной круг. Сыр творожный мне не очень понравился, на любителя 114,80, хотя он без заменителя молочного жира. Смотрим, ищем дальше. Коктейль Гранд, но тут здесь 4% жира. Где он тут? К нему нет, к сожалению, ценника нет. Не помню, сколько стоит, около 40 рублей, что ли, бутылочка. Так, с колбасами в этот раз не такой большой выбор. По-черкизовски тоже тут не особо. В общем, завоза, видимо, не было. Ребрышки еще кого-то ждут, свиные. Категория Г, 178,20 от Анком. А корейки уже совсем мало осталось, 289 рублей. Орех тоже заканчивается. По поводу коктейля сейчас скажу. Значит, он... Поскольку продается в маринаде, так и указано, 390 граммов за 132 рубля. В принципе, неплохо, если в салат куда-то положить с майонезом. Вкусные там кусочки, мягенькие, не резиновые. Но портит все дело вот этот маринад. Он такой кисло какой-то, кисловатый, как уксус. В общем, если вас не смущает такой кисловатый вкус, то берите. Это Балтийский берег. В принципе, вкусно и все сроки нормальные. А вот и в масле морской коктейль, но это уже другой производитель, Guten Morgen. Вот в масле Super Mix, 142,80 за 450 граммов. И сюда теперь привезли рикотту. Имейте в виду, здесь 500 граммов, около 130 рублей такая упаковка стоит. Пока что это новинка и ценник еще не повесили. Молочный коктейль «Мисс Буренка». Смотрите, какая новинка. До 30 января. Без консервантов, без искусственных красителей. А что же там внутри? Вкус клубничный, с массовой долей жира не более 0,1%. И состав: молоко обезжиренное, восстановленное, сахарный сироп, натуральный стабилизатор, кайрогенан, ароматизатор, натуральный подсластитель, экстракт из листьев стевии и кармин. В общем, он очень нежирный. 0,1% он будет... полупрозрачники. Квас «Желтая бочка» живого брожения. Так, это уже интересно. 3,5 литра. Тоже, видите, все только-только завезли. Сейчас посмотрим. Состав. Состав. Нам важно посмотреть состав. Смотрите, бочка, как раньше, на колесах. Изображение и состав. Вода питьевая, сахар, солод ржаной, солод ячменный, мука ржаная, сладкая пищевая смесь, мармикс, хлебопекарные дрожжи без консервантов. Ну, вообще, состав классный. Как у натурального кваса практически. Желтая бочка. Еще бы знать стоимость, но вот только-только завезли. Я думаю, будут все раскладывать, расставлять, и все ценники сразу появятся. Смотрите, фруктозу завезли, мини-калории, здоровье, стиль жизни. ООО «Диетпром», Российская Федерация, Владимирская область, город Владимир. Состав: фруктоза кристаллическая. Вот и все, смотрите, все есть. Вот эти вафли очень нам пришлись по вкусу. Кило 100 за 88 рублей. И совсем их тут мало осталось, остаточки. Да. Так, вот эти нижние самые возьму. Опять же, объясню почему. Потому что они посветлее.
А вот эти, видите, более поджаристые. Такие нам не пойдут. Вот, неплохие. Нет потом жирного такого послевкусия. На языке тоже нет жира. Вот еще из новинок детские самокаты. 780 рублей. Funky Toys. Так, на колесах высота до 75 сантиметров. Нагрузка до 40 килограммов. Цепили, ничего не видно. Вот. Трехколесный. 780-90. Их тут так много. Посмотрите. И розовые есть, и голубые. Какие хотите. Ручка регулируется. Вот на коробке написано голубой цвет. От 3 лет максимальная нагрузка 40 килограммов. Пластик. Здесь пластик, не силикон. Да, и легенькие. Все из пластика. Нет металлических деталей. Может быть и плюс, потому что... Вот тормоз. Потому что дети часто ударяются вот здесь щиколотками. И больно потом, если металлические детали. А пластик, он все-таки... Для первого самоката как раз безопасно. И вы меня просили дать отзыв на этот продукт. Хранится такая упаковка долго, поэтому можно, в принципе, взять впрок. Срок хранения до 13 сентября, то есть все лето можно хранить в холодильнике. Вот как выглядит этот коктейль. Морепродукты вареные. Мясо мидии, чилийский кальмар, гигантские щупальца, кусочки, кальмар, гигантский филе, соломка, вода питьевая, соль, сахар, регулятор кислотности, уксусная кислота, бензоат натрия, сорбат калия, в общем, и консерванты. И действительно, эти морепродукты очень мягкие, вкусные, они отварные, просто слили этот маринад, и можно добавлять в любые салаты. Я просто заправила майонезом и с удовольствием съела, но смущает только этот кислый привкус от самого маринада. Если вас не смущает, то берите, качество классное. Каждое мороженое по 34,5 грамма, и оно очень-очень вкусное. Карамель, арахис, притом натуральный, глазурь шоколадная, очень вкусная, молочный шоколад и рисовые шарики. В общем, в такой коробке, если вы возьмете 24 штучки, это выгодно брать в Светофоре. 25 рублей 10 копеек. И еще набрала в этот раз вот экстрем с соленой карамелью, мадагаскарская ваниль. Очень-очень вкусно. Внутри рожок, очень сладкий, снаружи как взбитые сливки. Немножко помятой упаковки, это пока я везла, но не важно. И стоимость одного такого рожка 27 рублей. Такие шоколадки, похожие на Твикс. Также есть похожие на Баунти и на Сникерс. Называется «Двойная радость. Печенье с карамелью глазированное». Состав: глазурь молочно-шоколадная, молоко сухое цельное, какао тертое, патока, мука пшеничная. Ну, в общем, срок годности 12 месяцев. И изготовитель – кондитерская фабрика «Алтай». Россия, Алтайский край, город Барнаул. Савинов. Внутри тянущийся карамель. Все как нужно. Хрустящее печенье. И шоколад один в один по вкусу. Ессентукский источник номер 4. Вода минеральная питьевая, лечебно-столовая, газированная. Здесь 1,5 литра, стоимость около 30 рублей. Я взяла сразу несколько бутылок. Одну открыли, но не очень понравилось, потому что как будто бы содовая с водой и еще газированная. Из садового инструмента вот такие грабли теперь. То был, помните, набор из 3. Мини-грабли, мини-совок и мини-рыхлитель. Тот предыдущий набор вот с оранжевым пластиком мне очень понравился. Во-первых, прочный, во-вторых, легкий, удобный и не ржавеет. Что самое главное, помыли, вот в ведре или в бочке ополоснули, и инструмент готов к дальнейшим действиям. Легкая ручка и в то же время прочная. Я уже пробовала вот так. Ничего не ломается, потому что здесь углы жесткости. Самое главное, что это сделано в России, альтпласт, и выдерживает до 70 килограммов нагрузку. Биоактиватор для дачных туалетов и септиков. Устраняет неприятный запах, уменьшает объем отходов, подавляет болезнетворные бактерии. Ну вот и все на сегодня. Я надеюсь, что видео было вам полезно, а также понравилось. А если это так, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующие выпуски. С вами была Марина, канал TikTok TV.